Я зараз перемірю. Кожен год 2 декабря ми даємо нашій мамі пісню. Это 2 декабря, не исключение. А что нового? Что в этот раз это не только песня, это еще демонстрация того, во что мама себя вкладывает. Это танцы Саши. Саша у нас танцует каждый день, так если кто-то не знает. А когда он не танцует, то когда он заканчивает танцевать, он поет, когда он заканчивает петь, он занимается тайквондо. Нормально. Сейчас он будет танцевать. Да. Во второй части, соответственно, проявится Алиса с художественной гимнастикой. Сейчас мама подготовит. Меня дежавю.